Мы всю жизнь мечтали иметь свой дом, свое хозяйство. Мечта сбылась. 9 лет назад Оксана Горбатова и ее семья переехала в новый дом в поселке Покровское и постепенно стали обзаводиться хозяйством. Возможность увеличить число домашних питомцев появилась после того, как Оксана вступила в проект «Социальный контракт». Это особый вид поддержки малообеспеченных людей. Социальный контракт – это очень хорошо, это такая хорошая помощь. И советую всем это. Всю необходимую информацию о соцконтракте Оксана узнала в районном отделе соцзащиты. Там помогли с оформлением документов. Марина Бабкова нам все объяснила, рассказала, какие документы надо собрать. Вот. Ну и мы прям сразу взялись собирать документы. Мы за день эти документы собрали, приехали, все нам рассказала, куда надо зарегистрироваться. Вот. И все. Потом мы это все оформили, помогнули там еще что-то там, какие-то недоделки сделали. По направлению личное подсобное хозяйство Горбатовы получили 100 тысяч рублей. На эти деньги мы приобрели 8 поросят, 2,5 тонны муки и 2 тонны зерна, а еще 20 курей. Личное подсобное хозяйство – это одно из четырех направлений соцконтракта. С его помощью можно найти работу, преодолеть трудную жизненную ситуацию, открыть свое дело. Чтобы заключить социальный контракт, семья должна относиться к категории малоимущих. Узнать о возможности участия в программе можно в отделениях соцзащиты. Наталья Пехтерева, Кирилл Иванов, телеканал «Первый областной».